Самые плохие дороги в мире в Молдавии. Такие данные представила международная организация The World Economic Forum. В ее рейтинге эта страна заняла последнее 144-е место. В числе худших также Гвинея, Монголия, Румыния и Гаити. Самыми лучшими оказались дороги во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане. Россия в этом списке заняла 123-е место.